Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-герои. Так, ну как ты видишь, у нас кончился сезон. И я был в высшей лиге, поэтому я забираю 7 паков. А вот что нам выпадет из 7 паков, мы сейчас и посмотрим. Поехали. Эх, легендарочку бы, а лучше несколько. Было бы, конечно, прикольно. Так, давай мне не очень много необычных, пожалуйста. Ну, куда ты мне столько даешь? Ну, куда ты мне столько накидываешь? Редкие. Так, так, так. Мега редкие. Ага, ядерный гриб. Слушай, вот этот поваренок, это хорошо, ребят. Легендарка есть какая-то, ну, какая легендарочка? Авокадо. Вы серьезно? Ой, ребята, выпало авокадо. Так, сезон 71 начался у нас, друзья мои. И мы начинаем с алмазной лиги 30 ранга. Так, ну что, я пойду, пожалуй-ка, пока на ежедневки, друзья мои. Нанесите 5 единиц урона героям, используя карты мишень. Так, розой. И нанести 20 единиц урона ржавым разрядом. Я вот это поменяю, пожалуй, задание. Отбросить карту. Пожалуй, начну я, наверное, ребята, с розы. Пожалуй, начну с розы. Та, что на куче навоза. Попробуем, ребята, там разнести. А, ну да, конечно, я же забыл, ребята. Мне нужно теперь переключаться на другой язык. Для того, чтобы мы могли дальше продолжить играть. Ладно, придется так сделать. Так, ну что, ребята, переключился и поехали. Значит так, розой. Блин, ну что такое? Ну нет, нет, нет. Сейчас я пока не хочу ничего делать. Ищем оппонента. И это у нас... И это у нас, ребят, бесенок. Бесенок со своим бесячеством, само собой. Куда же без этого. Так, все, я думал, уже... Он не будет искать, нашел. Так, ну, давай посмотрим. Значит, нам нужно нанести 20 единиц урона. Ё-моё. Ну, давай я так оставлю, пока. Мне еще дали заморозочку. Ну, я, пожалуй, пропущу, наверное, ход. Он будет либо на пиратах, либо на... А на чем он еще может? На яде, может быть, будет играть. Ну, такое себе, ребят. Такое себе. Ха, интересно. Мне лично очень интересно, что он тут задумал. Давай сделай так и вот так. Вот кто у него. Два урона нанес, да? Не очень, конечно, хорошо. Но я попробую, ребят. Ну, что тут можно сделать? Ну, давай я вот так вот поставлю. К примеру, да? И сделаем еще вот так вот. Ага. Заморозка. И все, да, получается. Кто-то должен, ребята, нам попасть в блок. А попадает в блок вот это вот хмырье.
Так, друзья мои, дальше, естественно, работаем через кукурузу. Дальше работаем через кукурузу. Так, ага. Как скажешь, твое дело. На, пока не будем трогать. Так, еще одна кукуруза. Ага, отбрасывает. Замечательно. Так, друзья мои, что мы будем делать? Я... Если я этого поставлю, но я думаю, что нет смысла, да? Тун-тун-тун-тун-тун. Давай, наверное, сделаем следующим образом. Вот так. И вот так. Ну, наверное, кукурузу откинет, скорее всего. Хотя, может быть, и этого. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это плохо, друзья. Вот это вот плохо. Боюсь, что мне сейчас тут будут кранты. Хила у меня нету. Хила у меня нет. Хотя уже есть. Блин, у меня... Ё-моё. Что я могу сделать? Могу только вот так себе позволить, друзья, хильнуться. И... Блин, ну 6 в лицо получу, как ни крути. Давай вот так вот поставим. Посмотрим, ребят. Ну вот это вот самое поганое. 6 в лицо, наверное, мне пробьет все-таки, ребят. А если не пробьет, так этот хмырь, он уж какой-нибудь здесь активируется. Видишь, что он делает? Ну да, здесь без вариантов, друзья, здесь без вариантов было бы. Ни одного могила заморозчика не появилось у меня. Хотя их 2 штуки, по-моему, у меня, или 1. Ну, в любом случае, он не появился у меня. Поэтому сфейлились. Если бы он был бы, естественно, я бы все эти могилы бы заморозил, и мы бы разобрали бы их вообще на изи. На следующем ходу потом бы просто ставили бы Паттайю и... Иди гуляй, Вася, как говорится. А здесь нет. И, во-первых, колода, ребята, немножко не та. У меня в основной колоде не стоит Тако. Это уже эксперименталка какая-то идет. Так, ну давай посмотрим, кто у нас и на чем будет играть заморозка. Ну, если я вот так влеплю, к примеру. Кладбище, что-то все пошли на кладбище, ребята, играть по кладбищам, по этим. Ага. Перемещает. Твое дело. Это все равно не железо, ребят. Что бы он там ни делал бы. Естественно, мы его снесем. Мы его снесем.
Хил у нас, если что, есть. Я пока делать ничего не буду. Пускай атакует. Если ему так нравится или хочется. Такс. Хилищи лепесточки есть, ребята? Да, конечно. Даже об этом не думай, парень. Давай сделаю так, чтобы хильнуться просто, ребята, на одну единичку. И вот так вот. Чтобы просто хильнуться. Сейчас можно просто лишить, ребята, его возможности кастовать. Ага, вот так он сделал. Ну, хорошо. Не на воду только давай. Вот так вот пускай будет. Помидорка. Что же может быть, друзья мои, лучше помидорки? Ага. Ну и на кого? Сюда. Это бесполезно. Так, ну что, сейчас будет срабатывать у нас блок, ребят. Давай так сделаем. Замечательно. Так, ну что, а теперь, наверное, самое интересное сейчас начнется. Угу. Давай сделаю так, наверное, и пока. Хотя нет, вот так вот сделать надо. Бумс, бумс. Сейчас прилетает. Ну, мне три в лицо, конечно. Тут вот, конечно, не очень хорошо, ребят. Но не забывайте, что у нас есть. Это тебе не поможет здесь, парень. Как раз вовремя, ребятушки. Как раз вовремя. Он поставил своего хламона. Просто замечательно. Давай, давай. Великолепно. Так, пошло-поехало. Вырубаем. Хиляемся, само собой, ребят. Здесь тоже разносим. У него 11 хп. Он опять этого выносит. Угу. Давай заклинашку, пожалуйста. Какую-нибудь хорошую заклинашку дай. Ну, как сказать, хорошая это или нехорошая, друзья, я не знаю. Я могу сделать следующим образом. Он же может, наверное, заморозку клепануть, скорее всего, да? Скорее всего, он клепанет заморозку. Ну, мне так кажется, я не знаю, не уверен на 100%. Сейчас посмотрим. Тут в блок мы ему попадем. Хорошо, что нет, ребят, потому что иначе бы. А вот сейчас, скорее всего, заморозку он влепит. Только нафига он это делает, когда уже поединок прошел практически. Так, ну здесь я прикрыться смогу, да? Смогу.
Наверное. Наверное, смогу. А может быть и нет. Давай, наверное, все-таки сделаю вот так лучше. Поставим сюда. И вот так сделаем. Но если заклинаний куча, он может его, конечно, прокачать, ребят. Но вряд ли он прокачает его до 18 урона, чтобы мне сделать плохо. Я сомневаюсь. Ну, допустим, хильнулся он чуть-чуть, ребята, ему все равно край. Да, тут наша взяла. Так, нам нужно было 20 единиц урона нанести именно розой. Мы нанесли, соответственно, мы получаем с тобой 10 самоцветов. Итого у нас 900, ребят. Так, теперь нам нужно ржавым разрядом, да? Подожди, либо... Блин, я забыл. Наверное же ржавым разрядом нам надо нанести урон. Акселис какой-то там хотел меня на поединок взять. Блин, у меня капучино кончилось, надо, ребят, найти, налить. Найти, налить. Пойти налить капучинки, чтобы оно было горячим, бодрящим. Одно место стоящим. Так, слушай, ну в принципе... Ой, роза, ё-красоты. Колональный нуб. У меня сразу ассоциация не колональный, ребята, а... Ну, концовка примерно одинаковая. Цветочек, да, у него тут? Значит, он хочет, друзья мои, разгоняться. То есть Паттайя у тебя, парень, есть, я так понимаю, да? Ну, хотелось бы посмотреть, сколько у тебя цветов, грибов и тому подобное. Но здесь я бессилен. Ну-ка, пропустим. Что, думаю, нафиг мне этот мне хмырь. Интересно, будет он сейчас превращать там или еще что-нибудь делать, а? Как думаешь? Молоточек у розы? Ты серьезно? Я 1000 лет, ребята, не видел молоточка у розы. Ну вот я тебе точно говорю. Давай так протестим. Ну, нужен превратить или заморозить, ребята, одно из двух. Превращает, хорошо. В кого? О, нормально. Так, теперь будем проверять, ребята, по могилам. Ну да, по могилам, ребят. Та роза у нас, ребят, на хилах идет. Получается так. Окей. Там, понятно, хиляет. Интересненько. Уничтожает, да? Но я его тоже сейчас накажу. Вот этого хмареныша, ребят, я накажу. Я ему не дам здесь прохлаждаться. Так.
Ну, давай, например, я сделаю вот так вот. Блин, у него ПТ, ребят. Надеюсь, мы ее успеем бомбануть во что-нибудь там. Блин, к сожалению, нет, ребят. У меня просто хил. Интересно, еще есть у него одна? Нет, у него немножко другое. Пипец. Я охренею, ребята, молоточки, блин. Два молоточка у этой дебилки, блин. Вот серьезно тебе говорю, я бы не подумал бы, что будут два молотка у этой дебилки, блин. Сколько играю, сколько играю, чтобы молоточки у Розы были. Ну, я не знаю, ребята, из 200 битв, может быть, в 10. Это очень давно было. Потому что я считаю, что молоток не выгоден. Ну, это мое мнение, ребят. Может быть, кого-то по-другому. Например, здесь ему молотки зашли. Он уничтожил мне спортсмена, который прокачивается, и уничтожил сейчас, как ты видишь. Причем у него не было могилоедов. Вот это вот, конечно, если бы у меня было бы чуть побольше могильщиков, так скажем, было бы все намного лучше. Но их не было. Так, я пока ничего не могу сделать. Угу. Угу. Так, ну что, я могу только, ребята, наверное... Наверное, вот так вот давануть. Сейчас, конечно, этого уничтожат. У меня будет карты сегодня какие-нибудь, блин, выпадать нормально или нет, блин? Ну что это такое? Твою ман... Что это такое? Ну, вылезло, блин. Сумоист, блин. Ну, ладно, ребят, сумоист. Но он же, блин, супер-могильщик, твою налево. Давай так поставим. Я же говорил, что он супер-могильщик, ребят. Что могила еда у него есть. Так, бяку какую-то поставил. Ну что, будем проверять? Да мне кажется, у него тоже могилоед есть еще и не один, ребят. Ага. И вот так вот. Угу. Хорошо. Она на свою бомбочку, ребята, тратит. Но я пока урон все равно не получу, что бы он там не делал. А от этого, да, от этого можно, ребята, отгребсти нехороших люлей. А вот дальше как быть? Слушай, нам пока фартит, ребят. Погнали.
Здесь двоих уничтожаем. Ну да, сейчас заклинашки возьмет, наверное, какие-нибудь. Скорее всего, друзья. Да, берем заклинание. Уж я не знаю, какие там, ребят, заклинания ему выпали. Ага, два урона наносит. Еще два урона, окей. А дальше что? Это не прокатит. В табло получит это однозначно, ребята. Так, тут мы выживаем. Вот это единственное, что нас, конечно, добьет. Хотя нет, ребят, мы сделаем защиту, поэтому урон мы не получим. А вот этих разнесем всех. Что-то там ищет, ищет, пытается найти, но... Как я понимаю, найти он ничего здесь не может. Да и вряд ли он найдет. Так, 8 в лицо получает он, да? 6 хп остается. Но если я сделаю вот так... Угу. Капитан Боб. Давай в блок. Такс. Ну, я думаю, что, наверное, крышка ему. Готов. Слабоват оказался. Каратинчик у нас слабоват. Пробили, ребят, ему табло. Как говорится, двоечку. Вкатили ему. Да, так и надо, ребят. Так, а вот это что такое? Булсейр карт. Что-то, что это за... Как-то переводится. Булсейр карт. Нанесите мишенью. Это, наверное, с мишенью, ребят, связанное. Так, Акселис. Ну давай. Черт с тобой. На розе. Ну давай глянем, что ты можешь сделать на розе. У меня, конечно, колода, ребят, прям заоблачная, можно так сказать. Блин, что же за, там за задание-то такое, а? Далее. Давай пощупаем его на могилоедов. Так, это, конечно, хорошо сделал. Удачно, я даже сказал. Ну, я, короче, предполагаю, что ты будешь работать на хилах. А пока других вариантов у меня нету. Скорее всего, ребят, будет на хилах парнишка шпарить. Так, ну, понятно дело, что тут не... Это неудивительно, нисколечко, ребят. Это меня нисколечко не удивляет. Единственное, что он сейчас его превратит, фиг знает в кого. Потому что мы с тобой в блок ему пробьем сейчас. Нет, не сейчас. Чуть-чуть попозже. Давай я сделаю так вот. Стоит ли мне эту кикимору ставить?
Так, он два лепесточка потратил, да, друзья? Вон у него что. Ну, тратиться он не будет, скорее всего. А сейчас, вот, ребят, сейчас мы будем смотреть как раз по поводу могилоедов, так сказать. Звезда, блин. Ну, чё-чё, вот звезду я никак не ожидал, ребят. Ладно, я думаю, хинуться успеем. Надеюсь. Она же, я не знаю, она бьет, если у нее даже нету, например. По-моему, не сможет она бить. Хотя это не точно, ребят. Ах ты, Роза, Роза, Роза. Ты на куче, блин, навоза. Так, ну посмотрим. В козла превращает. Потратил, ребят, потратил. Все-таки вынудил я его потратить. Дальше хилочку. Блин, мне жалко, конечно, ландшафта никакого нету. Более-менее такого путевого. Да что ты будешь делать-то? Постоянно в эту хренотень попадаешь. Постоянно в блок. Меня вымораживает вот это вот. Вирус. Да кто бы сомневался, ё-моё. Поехали, ребятушки. Так, 9, да? Ну и мне только, ребята, если сделать вот так. И вот так. Покамись. Угу. Еще и бобовые у тебя, ну ладно. Тюн-тюн-тюн-тюн. Думай, 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 Рейчик, думай. Думай, Рей, как нам лучше с тобой здесь сделать? Интересно, мы в блок мы будем бомбить или нет? Вот меня что больше сейчас интересует. Ну что, этого сюда, наверное? Немножко неправильно сделал, да? Какой-то разбор полетов дерьмищенский. Ну что мне эта пшикалка даст? Смотри, что у него есть. Да, как-то не особо, блин, ребят. Она выпадает самым последним. Ну, ё-моё, ну. Она выпадает последней. Когда, блин, Паттайя меня уничтожала, она даже не думала, ребята, выползти. Выпала в самом последнем. Блин, что за вот это вот?
Наверное, все-таки, ребят, с мишенью это связано. Нанеси 5 единиц урона картами с мишенью. Я могу проверить только лишь на одном, ребят, способе. Да какой там... Ну, взять какого-нибудь персонажа, у которого есть мишень. Ну, например, вот этого. Например, вот этого. Так, против меня орех. Так давай я сейчас возьму розу и посмотрим, ну как. Я беру розу, ты любого другого персонажа. И посмотрим, ну как. Да никак. Слабо. Так, что-то он, ребят, не спешит. Он на хилах, что ли, работает? А что там в шоке-то быть? Ну, выиграл и выиграл для меня. Для меня лично, вот как это... Проиграть не зазорно. Даже пускай случайно. Карта, да, взял... Я вообще-то для задания другого убрал. Но раз уж так получилось... Так, поехали. Бонусная атака. А будет ли он его прикрывать? Нет, друзья мои, тут. Немножечко по-другому все, ладно. Но это не в авторитете, мы его уничтожим. Сможем, по крайней мере, его забрать. Через бомбу, да? Через бомбу мы его заберем. Но тут тогда придется нам немножко по-другому сделать. Хотя так и сделаем. Сделаем так и, наверное, вот так. А там же будет видно, ребят, что там нам... Так, еще одного бесенка мне подкинули. Ну что там за сверлякало чудище вонючее? Давай вот так вот сделаем. И вот так вот. Помидорка не спасет. Ну, что же я могу сказать? Так, ну с картами у нас норм. Единственное, что у нас не норм, это... Так, он значит, могилоед, да, у него был? Давай-ка я сделаю так. И вот так. Зачем я, блин, перекрыл-то ему дорогу? Ну. Потратился. Все-таки потратился, друзья мои. Так, у меня бомбы нету, друзья. Больше. Давай я так сделаю, хрен с ним. Заморозку я сделаю. То есть этого хмыря я смогу заморозить.
Хватит ли у него могилоедов? Ну, допустим. Ну, поехали. Так, у него что остается? Только родник. Хилище, ребят. Всем в лицо. Может, ему сейчас прилететь? Что-то он сюда хочет влепить, судя по всему. Я тебя понял. Такс. Ну что, ребята, вызываем нашего партизана. Да я думаю, ему кранты. Замечательно. Прописали плюшечку прям на всю ватрушечку. Да, друзья мои, это было именно то задание, которое я говорил, что надо нанести 5 единиц при помощи мишени. Все ежедневки выполнили. Так, что у нас там по друзьям? Друзья сидят, друзья кайфуют. Че, я их не могу принять почему-то? А написать я могу, например? Ну? Могу написать, а почему в друзья принять не могу? А, все, принял, ребят. Так, ну что, давай еще, наверное, один быстренько с тобой поединочек сыграем. За... Давай за бесенка. Давай мы с тобой сыграем за бесенка. Блин, я же забыл. Капучино, капучино, ребят, налить. Все, думаю, что-то мне не имеется. Что-то вот не то, игра не идет, и это не идет. Но, друзья, на самом деле, вот самая сложная сейчас для меня игра, в которую я играю, это Clash Royale. Разносят меня. Я не могу, меня прям же бомбит, блин. Просто бомбит. Как, что, чё, почему? Почему так происходит, блин? Ё-моё. Сверлякала, да заткнись ты там, а. Достал уже, серьезно, ребят, говорю. Слушай, ну нет смысла мне ставить сундук, потому что он, ребята, в любом случае его может уничтожить. А я его просто впустую потрачу. Но два сундука куда еще не шло. Давай посмотрим. В принципе, если, ребята, он будет на бобовых играть, эта карта очень даже неплохо зайдет. Но она минус 1-1 делает. Но у нее... Вот, например, здесь, да, здесь она хорошо пойдет. Когда-нибудь. Когда-нибудь она хорошо здесь пойдет. Ну да, минус один делает. А, и у него блок будет срабатываться, да? Ну, поехали. Конечно же, в блок. Сейчас заморозку влепит. Или бусину. Тут одно из двух, ребят.
Ничегошеньки он не стал делать. Чё-то я немножко не то сделал, блин. Да, ребят. Тупанул. Я почему-то подумал, что они уничтожатся. Они же уничтожаются только при эволюции. Да. Ай, господи. Поехали. Так, в блок. Ага, нет, не в блок, ребят. В блок здесь попадает. Угу. Вот интересно, есть у него этот или нету, а? Ну что, мне ставить этого сюда, что ли, блин? Ай, тупанул. Он же сейчас, он же поменяться может с этим, блин. Ай-яй-яй-яй-яй, ребята, вот этот тупанул. Кто там у нас, я здесь забыл. Он уже поменялся, ребят. Он хотел, наверное, заморозку сделать, да? Чтобы заморозить кого-нибудь, чтобы прокачать вот этот вот. Скорее всего. Hello. Сейчас бусиной звезданет. Да. А скоро будет стрим по ПВЗ герои. Сложно сказать. Сложно сказать. Так, ну что, еще один этот и мне в лицо. Все, ребят, просрали мы катку. Причем так нелепо. Ну, что я могу сказать. Я привык играть на определенных персонажах. Поэтому... Зомби для меня, ребята, не в авторитете. Орех, Роза, Бонг Чой. Это мое. Остальное все идет лесом. Так, бессмертие. Придется тут, ребят, попыхтеть. С бессмертием, блин. Всегда сложно было. Тем более, если умеют играть на этой бессмертии, то она может показать такого... джаза. Что и Роза, и Орех покажутся детским садом. Но опять же, надо уметь играть. На чем будет играть она? На магах? На куробойщиках? На гаргантюахах? Выбор есть. У нее выбор огромный. На телепортах может сыграть. Да дофига на чем-то можно ей отыграться. В общем, недооценивать ее не стоит. Так, ну сейчас заклинашку применит. Дополнительный добор магии своей. Так, по идее, должен быть. По классике жанра. У-у-у. Кхм.
Интересно, девки пляшут. Так, ну ты понял, да, кто у него здесь? Я, ребята, понял, кто за кого будет играть. За какие карты. Я думаю, реализовать мне этот гриб или как? Да я, наверное, реализую все-таки, ребята, этот гриб. Как тут лучше сделать-то мне? 7. Ну давай попробуем вот так вот. И вот так вот. У обоих по 3 хп. Угу. Так, ну он в блок, естественно, мне попадет. Давай вот такого вот кикимору его превратим. Откинул, друзья мои. Откинул ноги. 5,3,8, да, получается? Давай сделай так и вот так. У него заклинания могут быть. Ага, вот что у него есть. Прекрасно. Давай сделай вот так вот. Сыграем так. А потом превратим их в единичку, друзья мои, и все будет норм. Видишь, был бы лепесток, я бы уничтожил бы, наверное, вот этого без превращения, но... Но ты видишь, что тут получается. Хотелось бы посмотреть, кого он сейчас вызовет. Летучих мышей? А, вон, что он делает. Друзья мои, что у нас получается? Угу.
Ну, здесь он подбивает ракетой, допустим. Ага, здесь делает так. И вот так. Друзья мои, все равно будем превращать. Все равно будем превращать. Не знаю, кто у него тут прячется. Ага, теперь знаем. Он опять уничтожает. Плюс 2 на всех зомби, окей. Но я думаю, что больше ракет у него нету, поэтому хилочка моя зайдет здесь. Ландшафт поменял, окей. Ландшафт он поменял. Ландшафт он поменял. Угу. Ага, так, подожди секунду. Подожди секунду. Ну, давай вот так вот я сделаю, хрен с ним. Заклинание, ребята, есть. Может бомбу применить. Если применит бомбу, ну тут будет тогда жестко. Нет, у него не бомба. Тратится. Полностью, ребята, тратится. Так, у него одна карта. Ну, две будет сейчас карты. Рэй, ты, блин, серьезно сейчас? Пипец, ребята. Ну, тут фиаско, скорее всего. А что я здесь делаю? 2, 6 и 1. 8. Ну, плюс летучие мыши. Это называется грубое невезение, ребят. Ну, просто невезение, и все. Если бы хотя бы одна единичка урона была бы. А тут вообще нифига. Так, ну что, друзья мои, опять скатился. Короче, начал и скатился. В общем, давайте на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. А я пошел наливать себе капучино.